Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Бульбазавр, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что я запрячу оружие маньяка, буду играть за аниматроника, пацанов мочить, но кто найдет это оружие, сможет меня убить. Но до тех пор я буду главный на карте. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а я уже прячу эту оружку. Давай, 5-секундная. Я его запрятал. И я беру... мощного аниматроника. Сегодня у нас будет злой Фредди. Так, блин, я слышу, как кто-то бегает за дверью, но я когда добегаю туда, они убегают. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Это какой-то псих. Хорошо, давайте, у нас есть другой Фредди. У нас сегодня будет чисто злые Фредди. Эй, ты ножик нашел? Нет. А что я заслышал звук чиканья? На тебе, на. Крошка, крошка! Ах ты жопа. Все, пока. Так, теперь я должен найти тебя и убить. Не надо. Надо, надо, надо. Я найду тебя. Отлично! Это бульбаза, это баблгам был. А чё, один же ножик был или два? Я спрятался. Ага, спрячься. А куда ты спрятался? Где ты, старинка краб? Я так хочу тебя найти и убить, что я даже не знаю, что делать. Давай, ищи меня. Здесь крыша есть. Отлично, отлично. Пойдет. Честно, не вижу. Теперь меня найду. Хорошо. А ты как... не найдешь. А ты что, прячешься, что ли? Хорошо, да, давай. Я спрятался, давай. Представь, что ты... не ужасом, главное, вот именно принципиально мне нравится крошка крошку мочить, потому что он очень наигранный персонаж. Я надо его наказывать. Давай, я не против. Ты очень примитивный. У тебя вонючий скин, я тебя нашел по запаху. А нет. Да, да, да. Почту за комплимент. Нифига себе тут. Кто-то жестокий очень. Вот и все. А ты переживал. Ну чё, давайте, ПВПшечка. С дробашом вышел на меня, прям в притирку, в живот мне мочи, да? Вот, это уже злой. Слышь? Мне нравится, что ты... Ах ты, бульбазавр! Ты чё, офигел, что ли? Ты знаешь, что я могу разозлиться и тебе сделать очень плохо? Вот что со мной? Что за конченная анимация? Ну помогите разглючиться. Где? Спасибо, спасибо, пацаны. Вот это жестокий он. Да блин, я сильно палюсь, да? Ты ерорка. Я ерорка? У меня да. Так, надо менять срочно скин, потому что я ерорка. Все, пацаны, я валю. Тут есть другая часть карты, я там буду. За ним фас. Фас. Что такое? Как? Тут какая-то есть штука. Я? Где? Я могу исчезать за этого аниматроника. Ах ты. Пацаны, обновили некоторые скины. Теперь анимация немножко поменена и звук роликов добавили. Круто! Мне нравится, прям как в реальности катаюсь. Я сейчас буду... Да. Это сам Бэйби взял по-любому. Тут так прикольно. Тут туман такой на полу. А я знаю где. Ах ты жопа. Я бегу. Вот она, это большая тетя. Ты дурачок, что ли? Что ты мочишь? Крошка-крошка. Давай без этого оружия, потому что ты без этого оружия никто. Ладно. Я дружелюбный аниматроник, ну? Я испугался. Слышь? Кто тут ходит? Он меня хочет убить. Помогите. На тебе. Ты у него выпустил кишки из жопы. Смотрите, какая полоска осталась. Надо улететь подальше. Пацаны, я сейчас запрячу на карте еще одно оружие, классно, вы должны будете его найти.
Так. Ну сейчас будет тяжелее найти, намного. Так. Давайте запрячем, например, огнемет. Ой. Ой. Давайте сюда залетим. Все, пацаны, я запрятал 3 огнемета. Кажется, слышал, где заспавнился. Я слышал, где заспавнился. Кто заспавнился? Огнемет, где упал. А вот. Где? Нашли? Тут где? Где, 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 где? Внизу, вверху. Блин, отвали! Ты меня увидел! Да блин. А что ты хотел? Думаешь, что я буду сюда проигрывать? Не-не-не-не-не. Кончилась твоя уже. Да ё-мо. Главенствие, теперь я главный здесь. Че, вы не нашли огнемет? Слышь, ты че берешь сразу невидимого? Давай так, ты не будешь брать невидимого, и я. Согласен? Можно пригвоздитель брать, давайте так. Смотрите, как у нас битва получается. Огнемет никто не нашел. Он очень много жизни отнимает. Ого, самоуправляемая ракета была. Блин, вы двери все удалили. Давай, толкай меня в спину, мне туда вниз надо. Но не все удалили. Не-не-не! О, спасибо тебе большое. Надо было карту брать, где улица есть. А тут помещение. ПВПшка настоящая. Выживает сильнейший. Нашел. Где? Внизу смотри. Ай, я упал. А ты что думал, будешь вечно бегать меня мочить? Не-не-не-не. Я не орышаю. Я вышел, там есть калитка, ищите, как выйти на улицу. Эй, слышь, ты простреливаешь. У тебя простреливается кали эти. А я посижу здесь. Привет. Ах ты жопа, ты пролетел, как и я. Так нечестно, так и я должен пролетать. Есть на потолок проход. А чё, я ничего не вижу, чё мне делать? О, вижу. Куда вы делись? У меня 87 тысяч жизней. Блин, я в камин упал. Дурачок. Возьмите монетку, возьмите монетку. Пора поканчивать с ним. Он ушел. Ушел он. Он там сидит. Ушел, он ушел. Я могу тпхаться, я же вспомнил. Так, я сижу на шкерафане. Жду. Кого? Кто кого ищет вообще? Я за вами охочусь, вы чё? Ну офигенно ты охочешься, почему мы за тобой бегали? Нашел! Простреливает, простреливает все, что можно. Где эти огнемет? Че-то кто там в камине сидит? О, я дверь закрыл, чтобы вы не зашли. Буду подпирать ее. Так сделаем. Давайте посмотрим, смогут открыть. Че, не открывается? Дима. Да. Посмотри в окошко. Ты че, на вы пролетел? Не. Полет запрещен. А, ну да. Значит, ты нашел выход, как и я. Которого нету. Че, пацаны, я победил вас, это по-любому. Нет? А, монетка мне очень долго будет, она 100 раз по мне попасть. Я нашел огнемет. Да? Да. Ты можешь меня облить жидкостью? Попробуй меня облить, а потом поджечь. Я на спауне. Баблгам, если... О, блин, а давай теперь поджигай.
Что-то жизнь меня... О, нормально отнялось. Ну как, не очень. Только ты убил себя, да? Да. А я живой. Наверх посмотрите. Это что ж ты меня убиваешь? А я буду мочить. Я буду убегать от вас до последнего. Извините. Бросала твоя монетка. Ладно, убили, убили. Молодцы. Ничья. Игри, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.